1827 году по проекту архитектора Шустова был открыт деревянный Каменноостровский театр. Театр начал свою работу как летний театр для местной публики, для императорской семьи. Он проработал несколько сезонов, проработал 13 лет, после чего постоянные наводнения привели его в определенную негодность, его фундаменты. Из 1840 по 1944 год по проекту архитектора Каваса была проведена ремонтная работа определенная. К концу 19 века, простояв более полувека в запустении, он служил складом декораций. Некоторые высказались о том, что его надо разобрать. Разобрать этот образчик деревянного зодчества. Суждено было бы случиться разборки, если бы не помешало им политические события начала 20 века. В начале 30-х годов советская власть поставила снова вопрос о том, что нужно разобрать здание за его негодностью, за его высокой эксплуатационной стоимостью и всем прочим. Здание было взято под охрану советским правительством в 1935 году. Именно тогда и решили, что в нынешнем виде Каменноостровский театр – это памятник. Давайте уничтожим дом, пустую память о минувшем. Его построили с трудом, а мы его легко разрушим. Зачем нам этот старый склеп? Мы возведем другой, похожий. Мы так устроим, что послеп от красоты любой прохожий. Там будет лучше и светлей. Но старый свет уйдет оттуда, и как о прошлом не жалей, мы навсегда лишимся чуда. Да, мы лишимся волшебства, вещей старинных и прекрасных. Исчезнет уголок родства людей счастливых и несчастных. Кому-то он дарил восторг, кого-то прятал от бомбежек, а значит, неуместен торг. Как это глупо уничтожить. Давайте восстановим дом и стены, сохраним при этом. А новый свет придет потом и будет встречен старым светом. Памятник архитектуры – это памятник городу, земле, на которой он стоит. Приятно смотреть на те памятники и вспоминать ту историю, которая была создана нашими предками. И поэтому памятники действительно нам необходимы, чтобы мы также вспоминали нашу историю, которая была создана нами, до нас. Ну, чтобы и историю не забывали люди, я думаю. Ну, это, во-первых, культурно-историческое наследие, да? И человек сам по себе не может сделаться культурным человеком изначально. Уровень культуры человека зависит, прежде всего, от его насмотренности. Общую культурную среду в Петербурге, помимо театра, музеев, формирует и архитектурная среда. Первое, что мне пришло в голову, это здание, как памятник архитектуры, какое-то здание. То есть архитекторы как-то видели свою фантазию так воплотили в жизни, да, и сейчас мы на это смотрим своими современными глазами. Да, и окунаемся в прошлое. Зачем нам нужна красивая одежда, зачем нам нужен красивый дом? Глаз радует,
Как без красоты нас цветет? Ну и потом надо историю помнить свою. Там дом разобрали в Москве, здесь тем более в Ленинграде, в Санкт-Петербурге. Так просто обида. Вот. То, что ты теряешь и не вернется. Ну да, досадно очень. Досадно, да. Этого же не повторить. Ну, новодел какой-то будет. Ну, я считаю, что история вообще это основа нашего бытия. Должна быть память, история. Великую Отечественную войну здесь находился госпиталь с ранеными солдатами. Когда война закончилась, опять же в третий раз стал вопрос о том, что делать с театром. Предлагались различные варианты. Например, сделать театр складом табака фабрики Урицкого. Или сделать здесь аттракцион сталкивающиеся автомобили. Или просто склад бумаги для типографии. Но комитетом по охране памятников были отвергнуты все эти предложения. И было решено сохранить театр. Не все заложенные проектные решения были реализованы. Здание медленно доживало свой век и перешло в 21 век. На тот момент ему было уже почти 180 лет. Главный конфликт между тем, что мог позволить себе этот деревянный театр, и тем, чего хотели от него театралы, ну, заключался, конечно же, в отсутствии театральной технологии, в отсутствии удобных складов, декораций, вообще в отсутствии той зрительской зоны, которая сегодня есть в любом театре. Главная задача для того, чтобы приспособить историческое здание для современного использования, это было каким образом разместить в нем те функции, которые сегодня должны быть присущи современному театральному зданию. Не надстроить, не пристроить к этому памятнику ничего нельзя. Да? Он должен иметь исторический вид со всех сторон. И остается только еще одно измерение – вниз. Вот, собственно, это измерение было предложено авторами идей, которыми выступили Владимир Львович Бурыгин и Вера Анатольевна Дементьева. И то, что было реализовано нами уже как геотехниками, как генеральными проектировщиками, вот все новое, что нужно современному театру, было спрятано под землей. Подземный этаж, он существенно больше, чем само здание в плане, примерно в 4 раза. Он выходит за границы пятна застройки. И в нем расположены и гардеробы, и туалеты, и буфеты, и склады декораций. И вот все это колоссальное подземное пространство было занято зрительской зоной, зоной технологической, театральной, театральным оборудованием. Это достаточно насыщенное, очень технологичное пространство. На данной площадке была реализована технология, так называемая технология топ-даун, строительство вверх-вниз. Вниз шло новое строительство, устройство нового подземного пространства. Одновременно с ним вверх шла реставрация здания. Наверное, мало кто задавался вопросом, почему здание дожило до нас, не имея за 180 лет ни одной комплексной реставрации. Секрет, как это ни парадоксально, скрывается в традиции русского деревянного зодчества. Научные исследования, проведенные во время реставрации 2008 года, показали, что в здании не использовалась пила. То есть все здание в буквальном смысле было вырублено топором, даже наружная облицовка досок была вырублена топором. Современная ментальность не увидит того, о чем я вот сейчас говорю. Никто не поймет, каким топором
и слева или справа обрабатывался древесина. Для реставратора и для специалиста это очень много. Но с другой стороны, вот я как раз, это очень важный вопрос, мы должны воспитывать на подлиннике, чтобы понимал особенность. Почему я вот 1627 год, а у нас единственное строение в Санкт-Петербурге, которое сохранило в комплексе эту культуру, эту уникальность, культуру 18-16 столетия, которая идет от народа, тот, который вокруг Санкт-Петербурга жил, рубил-то он. Идея была профессиональная, а все остальное сделано вот этими руками деревенскими в основе. Материал для реставрации заказывался загодя, за целый год, чтобы можно было успеть обеспечить процесс естественной сушки в Ленобласти по всем делянкам, по заготовительным участкам. И это, конечно, была сложная, специфичная работа, и ее мог выполнять только настоящий профессионал, реставратор по дереву. Обычный человек, конечно, не может определить, что нужно именно для этого театра. И у нас этим занимались самые опытные люди, самые опытные специалисты по дереву. Когда мы открывали балки внутренние, их никто же не увидит. Ни снизу, ни сверху, даже пусть выравниваемся конструкции. Но мы боролись за каждую щепочку. Народ отобрал, насколько было и как надо срубить, с каким уклоном определенную, допустим, там Лашкин хвост, соединение балки со стеной, чтобы при усушке балка не выскочила из своего гнезда. За последующие 100 лет видно, можно даже рассчитать, когда древесина, бревно 30 сантиметров в диаметре, поперек волокна усыхает в 3 сантиметра. Есть бесспорные доказательства, что историческая поверхность, она еще и содержит какую-то другую информацию, которую мы до сегодняшнего дня не понимаем. Потому что многие, к примеру, многие храмы, вот верующие очень четко чувствуют, если храм разобрали и собрали, они в него не ходят. Исчезает элемент там, как бы, намоленности, элемент носителя чего-то не только вот исторического поверхности, а еще и вот какого-то внутреннего содержания. И поэтому я не исключаю, что максимальное сохранение подлинника со временем даст возможность читать какую-то информацию еще из поверхности и так далее, и так далее. Там много основ таких вот любопытных. Одним из самых сложных вопросов реставрации было приспособление наружных стен здания к круглогодичному использованию. Здание-то было летнее, рублено в легкую. И чтобы использовать его круглый год, необходимо было утеплить стены. Но как утеплить стены, если наружная обшивка здания, также деревянная, забита, как оказалось впоследствии, коваными гвоздями прямоугольными. И была очень высокая вероятность того, что мы утеряем подлинную наружную обшивку. Реставраторы разработали специальную технологию, которую опробовали на опытном участке. Благодаря этому мы получили теплый театр с теплыми стенами. После того, как была закончена реставрация, каждая доска, которая была пронумерована, встала на свое место, и те же самые кованые гвозди были вбиты в доски. И опытный взгляд может увидеть круглые чопики, которые закрывают шляпки гвоздей. К сожалению, деревянное народное зодчество, особенно народное зодчество, которое находится, будем говорить, вдали от мегаполисов, оно, к сожалению, обречено. И идет уничтожение просто неимоверными шагами. Это вот печальная сторона вопроса. Поэтому мы, вот то, что мы сегодня, нам удается, вернее, стране нам удается, как я это вижу, ну, самые-самые объекты, единицы. Большая часть, к сожалению, погибнет.
поскольку это памятник архитектуры, то нельзя трогать деревянные конструкции, их надо оставить. И вот господин Рахманов со своей командой занимался укреплением деревянных конструкций. Но эти деревянные конструкции ни в коей мере не могли выдержать те нагрузки, которые требовались технологически для этого. Поэтому стала задача, как, не сметая этот деревянный тыл, водрузить там какую-то несущую систему, которая отвечала бы современным технологическим требованиям современного театра. А что для этого нужно? Это масса всевозможных подъемников, то есть краны, блоки, это осветительная аппаратура, это быстрая смена декораций и так далее. И вот для того, чтобы это все разместить, огромное количество лебедок, там всяких, которые подъем, пришлось что-то придумывать такое, как внедрить в эту систему вот что-то такое, которое может переносить значительные нагрузки. И вот была предложена такая вот схема, которая принципиально заключалась в том, что внутри, между фермами, делались две рамы П-образные, плоскость, которая совпадала с плоскостью с занавеса. Одна задняя, другая передняя. По этим рамам укладывались балки стальные, большие, мощные, а на эти балки становились стальные фермы. Ну, главная сложность была в том, что вот в тех стесненных условиях мы должны были сделать металлические конструкции достаточно компактно, и чтобы они полностью отвечали технологическим запросам. Мы не могли применять особенно сварки. Все должно было быть на болтах, потому что кругом дерево. Организация в театре была, там был поворотный круг, там был партер, который поднимался и опускался. Но все это происходило с помощью ручного привода. Поэтому мы только развили эту мысль, и театр оснащен современным оборудованием. Там есть различные части сцены, которые могут подниматься и опускаться. Восстановлена оркестровая яма, которой не было к этому моменту. То есть она была раньше, но потом она была утрачена. Она тоже может подниматься и опускаться, в нее сделаны удобные входы. Ну и, соответственно, партер также имеет механизацию, которая была ранее, но с помощью уже современных механизмов. Все это делается не ручными приводами. Интересная вещь произошла с интерьерами Каменноостровского театра. Не сохранилось архивных данных по тому, что там было изначально. Существовала роспись Катонина, которая совершенно не соответствовала стилевому единству театра интерьеров. Поэтому была выбрана некая нейтральная тема, которая соответствовала концепции «Белой ночи». То есть это что-то такое светло-серо-голубое, ненавязчивые светильники. Все сделано очень деликатно, без особого вмешательства в историческую концепцию театра. Нынешняя комплексная реставрация приспособления сравним с операцией на человеке. Только здесь оперируется все и сразу. И кроме того, введено очень много нового. Это касается технологического оборудования сцены и современной инженерии.
Каменноостровский театр – это пример, когда доказано, что под зданием можно устроить развитое подземное пространство, и при этом осадки здания остаются в пределах тех ювелирных допусков, которые записаны в наших нормах, территориальных нормах, автором, одним из авторов которых я являюсь в данном случае. Это не более 2 сантиметров осадка. Это всего-то навсего вот такая маленькая осадка, да, для здания. Это действительно ювелирная точность. Общий срок работ продолжался 4 года, 2008 по 2011 год. Через сколько лет станет вопрос о необходимости такой же по уровню сложности комплексной реставрации? В нормах или 50, или 100 лет. Это здание капитальное, достаточно высокого уровня ответственности, хотя нельзя говорить про первый уровень ответственности, да? Это 100 лет. 500, 600, 600 лет. Спокойно, если мы соблюдаем элементарные нормы содержания, что ли, эксплуатации объекта. Я надеюсь, что Каменноостровскому театру следующее и реставрация понадобится не ранее, чем через 100 лет. Я думаю, что если за зданием следить, смотреть за всеми его системами инженерными, то, наверное, лет через 100. Ты кто такой? Откуда взялся здесь? В мои владения ты вторгся. А ты откуда взялся здесь? Где поселился я? По праву. Сюда вошел я 200 лет назад. Живу до ныне. А я вошел сюда, как в новый дом. И наших правил не нарушил. Как быть? Кто же здесь судья? Создатель. Зодчий, вот судья. Но где же он? Молчит. Остаться должен лишь один. Ну, будем биться на монету? Не проще ли договориться, чем ждать фортуны? Случай зрел. Нет, ни за что. Рассудим так. Пусть буду я все там, где был. Тебе ж подземная пещера. Разделим кубок пополам. С пещеры до стропил. Границы и средний коридор. А? Пусть будет так.